MTV World Stage представляет. Что вы ждете сегодняшнего концерта группы Slipknot? Я не могу понять, что вы говорите. Можете мне еще раз задать этот вопрос? Вы ждете сегодняшнего выступления группы Slipknot? Я сейчас последние дни провожу на репетициях со своим другом, басистом Донни. Я сейчас с группой готовлюсь к концерту. Я надеюсь, мы дадим хорошее шоу. Это я говорю за себя и за других участников группы. Мы считаем дни. Я думаю, мы сделаем офигенное шоу. Я и ребята в полном огне. Мне интересно знать, когда выйдет новый альбом группы Slipknot? Или выйдет он вообще? Если это зависит от меня, вы сами писали песни для нового альбома? Да, у меня есть несколько песен, их где-то 17 штук. Я очень жду выхода нового альбома. Выход нового альбома для нас – это всегда новое событие. И очень интересное. Я думаю, что сегодняшнее шоу будет одно из самых лучших в моей жизни. Я знаю, что многие музыканты из группы Slipknot сделали много противоречивых заявлений. Что в этом году ждать от ребят? Ну, для меня это означает, но мы в этом году будем отмечать день рождения Пола Грея. И нам есть что праздновать. Ведь Клоун основал эту группу. Он еще создал много классных песен. Я очень рад, что судьба мне свела с этим замечательным человеком, музыкантом. Для меня огромная честь участвовать в этом празднике. Написано заявление Коли Тейлора, что он не совсем готов выступать в группе Slipknot. На мой взгляд, я много очень песен написал хороших для группы Slipknot. Я очень много репетирую со своей новой группой, и мы готовы созидать. Я уверен в одном, что группа Slipknot может спокойно обходиться и без Коли Тейлора. Я считаю, это будет наш самый лучший концерт. Вашему вниманию мы хотим предложить у нас заказать майки, футболки, толстовки и другие товары с изображением группы Slipknot. Самые лучшие товары высокого качества в нашем интернет-магазине. Заказать товары вы можете внизу по ссылке под видео в описании.